7 октября на территории Полоцкого района проходит республиканская профилактическая акция «Сохрани себе жизнь». Акция направлена на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, популяризацию использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в темное время суток. Светоотражающие элементы необходимы для того, чтобы водитель заблаговременно увидел пешехода в темное время суток на неосвещенных и освещенных участках дороги. В ходе проведения акции был составлен 91 протокол об административных правонарушениях. Из них 11 в отношении пешеходов, которые осуществляли движение в темное время суток без светоотражающих элементов. 44 в отношении водителей, которые не пропустили пешеходов на пешеходном переходе. 3 протокола в отношении водителей, осуществлявших движение в состоянии алкогольного опьянения. Стоит отметить, что госавтоинспекция ежедневно несет надзор за соблюдением правил перехода проезжей части. Госавтоинспекция напоминает об административной ответственности, предусмотренной для пешеходов за нарушение правил дорожного движения. За переход проезжей части вне пешеходного перехода, за неиспользование фликера в темное время суток предусмотрен штраф в размере от 1 до 3 базовых величин. Если же данные нарушения совершены в состоянии алкогольного опьянения, штраф от 3 до 5 базовых величин. Любовь Савко, Александр Матюшенко, Саммит Плюс ТВ.